Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию обзор кроссовок Nike Air More Uptempo GS. Это современная интерпретация легендарных кроссовок середины 90-х годов, которые принято ассоциировать с легендарным баскетболистом Скотти Пиппином. Теперь давайте рассмотрим их детальнее. Верх модели состоит из множества слоев натуральной кожи, как гладкой, так и лаковой. С двух сторон имеются кожаные нашивки с надписью Air. Внутри кроссовок есть подкладка из синтетической ткани и очень тонкий слой мягкой набивки внутри. Язычок практически весь тканевый, только фронтальная часть верха кожаная, а низ пошит из текстильной сетки. Кроссовки фиксируются на ноге при помощи шнурков из ткани. Дополнительно для регулировки полноты используются поперечные резиновые вставки, в которые продеваются шнурки. Также шнурки крепятся на специальные пластиковые крючки. Для удобства надевания эта модель имеет петли на язычке и на заднике, которые изготовлены из того же материала, что и шнурки. Стелька здесь вынимается для просушки или замены. Она изготовлена из пены и покрыта слоем ткани. Характерная особенность этой модели – это подошва. Она отливается из мягкой пены Air. Внутри пяточной части имеются воздушные капсулы под давлением. Подметка изготовлена из резины с применением технологии Non-Marking, которая не оставляет следов на паркете. Страна производства именно этих кроссовок – Индонезия. Теперь давайте посмотрим, как эти Uptempo смотрятся непосредственно на ноге. Это был обзор кроссовок Nike Air More Uptempo GS. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Большое спасибо за внимание.